Саусхаб, привет. Мы сделали классный воркшоп. Мы с Александром рассказали отличную историю, как из внутренней разработки выторчать B2B-шный продукт в рынок и начать наконец на нем зарабатывать. Сделали это неформально, в рамках такого капустника. Первый вывод. Это реально дорого, когда у тебя на рынке получается множество версий, и все ты их должен поддерживать. Второй вывод. Сложное конфигурационное управление, оно тебе не только продуцирует косты, но и сложность. Ну и третье. С одной стороны проект, с другой стороны продукт. Как не упасть в яму проектной заказной разработки, если ты мнишь себя продуктом? Ну, во-первых, нельзя заранее предугадать или даже продумать все варианты событий, которые может произойти. Это было прямо не очевидно многим нашим гостям. Второй опыт — не бывает лишних знакомств. Этот Саусхаб, коммуникация, которая здесь была, подарила мне очень много интересных новых знакомств. Я действительно не ожидал увидеть столько ребят с разносторонне развитым миром внутренним. Большое спасибо всем зрителям. И воркшоп, я считаю, удался вообще на 100%.